Всем привет, меня зовут Влад, и мы в Shadow Fighter 3. Друзья, сегодня хотелось бы для вас заснять высшее общество событие. Я его уже прошел, но решил, что нужно бы вам его, наверное, тоже пройти, потому что как-то вот есть настроение записать именно Shadow Fight сегодня. Кроме того, спринт бустер паков идет, он скоро будет заканчиваться. Ну, не знаю, нужно ли мне это или нет, но в высшем обществе есть, допустим, 2000 рубинов. У меня 1200 очков, я неохотно-то больно играю в эту игру в последнее время, но вряд ли, конечно, у меня хватит времени вообще со всеми своими заботами до 2000 рубинов дойти. Ну, я, наверное, попытаюсь это сделать, еще есть 4 дня на это, но посмотрим, в общем, что получится. Ребят, начинаем высшее общество. Я пойду в престижный режим сразу, диалоги все мы эти знаем с вами. Это событие мало выходило на канале, соответственно, я хочу снять его еще раз и сразиться с великим вот этим дурачком, который, как его там называют, нефритовый жнец. Ой, как... Золотой вот этот, короче, рыцарь, забыл, как его зовут. Грифон, вот. Скаут. Вот самое обидное, что он должен... Ладно. Он не должен был, он обязан был появиться в Shadow Fight Arena, но нас разработчики, грубо говоря, обманули. Вот, поэтому он у нас мозги выносит здесь, в этом событии. В общем, здесь он за своего папу хочет отомстить своей, вот этому грифону огромному, золотому, желтому. Вот, но чтобы добраться до грифона и отомстить за папу скаута, за папу Александра Хоума, нам нужно пройти через пятерых чуваков, которые достаточно жестоки. Итак, у меня Сяньзыгунь, граф Теодор и, собственно, моя экипировка, которая нужна для Сяньзыгуня. Скина на эту тему у меня нет. Я не донатил на тот файт пас, поэтому скина у меня нету. Значит, смотри, сразу начинают меня тут накатывать. Нормально так. В этого чела урон заходит небольшой, поэтому будем его ждать, потому что со своими капканами он здесь нам не нужен вообще абсолютно. Вот, и будем пытаться проходить его. Так, окей. Лови. Так, давай подходи. Слушай, боты стали покрасивее себя вести. Как-то немножко по-другому у них поведение стало. И меня... я не знаю, мне радоваться или нет. Я бы не хотел, конечно, радоваться вот этому. Потому что они могут нормально так набросать по щам. Я бы не хотел этого всего. И граф Теодор уходит. Слушай, сейчас в попку прям, резачок-то, а? Прям булочки так раздвинул и просто прорезал ему все, что можно и нельзя там. Ну, окей, хорошо. Сумеречный гость. Сумеречный гость, во рту рыбья кость. Ты понял меня? Так, окей. Кстати, у меня как-то давным-давно была во рту рыбья кость. Она застряла прям, короче, где-то в миндалине, что ли. И у меня все опухло, я чуть не сдох, помню. Не знаю, там я еще в универе учился, там какой-то, наверное, первый или второй курс был. Я реально чуть не сдох. Вот правда. Как же это было жестко. Так. У меня, короче, все поопухало. И я чуть-чуть не отъехал, чуть коньки не отбросил. Мне я сразу в больницу, короче, все дела. Укол в задницу вставили. Все, в общем, сделали. Так, окей. И на следующий день я пошел к лору. К нашему местному. И она косточку эту не увидела в миндалине. Она говорит, нужно сделать эндоскопом, короче, посмотреть эту косточку. А потом я такой говорю, а вы на свету посмотрите, потому что даже я ее вижу. И она такая посмотрела через свет с окна и увидела ее. Я такой про себя думаю, да, вот это я понимаю, вот это лор. Так. Ой-ой-ой-ой, здесь потише. Отлично. Чуть-чуть это... Он сейчас в теневую вошел. Вот это вот опа... Смотри, все равно меня схватил, а? Да подожди. Да, блин, Сяньзыгунь как-то очень медленно работает. Кстати, таймер кончается. Надо с ним заканчивать, ребята. Смотри, как долго, а? На. Вот так. В смысле, живой? Как? Ты как выжил-то вообще? Нифига себе, на slow motion выжить умудрился. Ты давай не шути. Слушай, я вам сейчас прям всю свою историю болезни рассказал, да? Такая история неплохая получилась про рыбью кость. Ну, наверное, у каждого такая была. Я надеюсь, такой не было ни у кого, потому что это правда очень мутно. Очень-очень мутно. Так, ну слушай, это прям жестко. Этот товарищ очень жесткий. Он про всех, про каждого босса рассказывает. Но нам нужно подобраться к главному Грифонычу. Это самое важное вообще, я считаю.
в этом событии. Так, окей, Красный Лев, поехали, Лео. Посмотрим, на что ты способен. Ну, эти ребята уже более-менее лайтовые. С ними мы справимся уже, ну так, нормально. Можно сказать, на раз-два. На раз-два, на раз-два-три. И все, все вот эти вот моменты. Так. Отлично. Ух ты, получил по носу. Ну, хватит там танцевать. Успокойся. Ты так не делай. Так, и ножки. И ножки успевают, отлично. Вот, кстати, если бы это было логично, то этим копьем сейчас должно было ему по ведру бы дать. То есть по его шлемочку. Но что-то не дало как-то. Окей. А, ребят, на канале выходят видосы по Киберпанку. Точнее, вышел финал. То есть мы прошли с вами игру. И у нас остались с вами кое-какие моменты в игре еще. И скоро серии продолжится. Сейчас у меня небольшой перерыв небольшой. Вот. Но скоро продолжим. Так, окей. Обязательно смотрите. И чакрам в уши ловите. Ух ты, топор. Успокойся. Кстати, я заметил, когда мобы проваливаются, ну, эти ребята, которые против меня сражаются, боты, у них нога уходит под этот, под доски куда-то далеко. Да, так вот, я остановился на том, что поверженный Грифон начал обвинять моего отца. Ну, да. Короче, здесь он за отца затирает, что Грифону надо отомстить, а в конце события он будет к королеве Иоланде подкатывать, вот. Так, ну, в принципе, такие вот дела. Отречённая Мари. Так, тише здесь. Потише здесь. Мари, успокойся. Вот, кстати, у нее еще будет в конце отречения работать. Надо аккуратно. Я бы не хотел, чтобы она меня убила. Пока будет неуязвимо. Так, окей. Хорош. О, сейчас неприятно. И лови, пока не кинула. Топоры летят. Нет, не летят. Хорошо. Я успел. Успел до того, как полетят. Это замечательно. Ой-ой-ой-ой-ой. Хорошо. Вот это было хорошо. Выбило оружие. Хорош. Какая молодец, а? А ты не сильно много на себя только что взяла, Мари? Ты не слишком много сейчас на себя, в принципе, взвалила. Это тяжелая ноша. Она определенно не для тебя. Ты зачем это делаешь? Просто объясни мне. Конечно, ты скажешь, это моя работа, я должна тебя остановить. Ты не должна меня останавливать таким образом. Топором замахнуло мне так, что у меня шлем он разошелся на две части. Так, окей? Подходи. Я, конечно, все понимаю, там дерзкая, все дела, дерзкая. Офигеть, слышь, ты по спине мне попала. Откуда такой дамаг? Это даже не в лицо, это в спину. Откуда такой дэмэдж у тебя? Лови. Так, вот сейчас опасно будет. Вот сейчас давайте дадим ей самой, как бы говорится, отъехать вообще от нас. До свидания. Все, до свидания. А вас смысла бить нету, товарищ Эсса. Тут нет смысла вас бить. Уже не терпится сразиться с Грифоном на самом-то деле. Музыка просто вообще, просто по ушам жарит от души. Прям вообще классный трек. Так, вот сейчас опасно будет. Сейчас надо приготовиться. Сжать булочки. Отлично. Тише. И чакр. Хорош. Так. Подпрыгиваем и отходим. Лови. Музыка такая. Хорош. До свидания. Бау. Как он гибко приседает. Вы заметили, да? Такая гибкость в движениях. Идеальная талия у моего персонажа. А, гляньте только, там прям все так красиво, приталено. Костюмчик вообще нормально сидит. Прям хорошо.
Так, Shadow Fight. Так, то, как все они обставили, да, мы знаем, все, как они обставили, это все было враньем, ложью и провокейшеном. Так, окей, поехали. Бессмертный лорд. Кто сейчас там будет? Винсент, по-моему, или Винсент? Винсент. Это который с мечом лорда вампиров. Черный парень такой. А, нет, синеватый. Ну да, темный, черный, да. Блин, меч у него, конечно, имба. Красивый красный меч в начале раунда. Так, ну, наша задача, чтобы он нас не бил этим мечиком. Он у нас может... Че он там, ХП... А, он здоровье, да, здоровье себе прибавляет. Бьет меня. Он же у нас типа вампир. Все дела вот эти вот. Морбиус местный. Только блондинус. Морбиус блондинус. Так, окей. До свиданус. Нихеранус, вы выживанус. Мечом воткнутус. In the grounds. And поебалус получалус чакрамус. Сейчас охуели все в Хогвартсе от того, что я, блядь, произнес. Это такой магии еще не было. Вообще в жизни, блядь. Так, хорошо. Это всем на заметку, ребят. Если к вам будут... до вас будет кто-то докапываться на улице, и вы ему вот эту фразу заебеньте, короче. И все, от вас сразу отстанут все на свете. Что они поймут, что с вами связываться не надо. Вы немного ёбнуты там, или ёбнутая, как угодно. Кому докопаются, в общем, там не важно. В любом случае, мы с вами съездили в Хогвартс, и я надеюсь, Гарри Поттер улыбнулся только что. В каждом из вас улыбнулся свой маленький Гарри Поттер. В ком-то Гермиона. Во мне лично улыбнулся Пуффендуй какой-нибудь. Так, да чё ты меня избиваешь-то, товарищ? Пуффендуй отсюда нахуй. Так, окей. Да слушай, опять получил. Так, сейчас тихо, сейчас аккуратно. Чё-то он как-то много на себя брать стал, тоже вот этот вот лорд. Да хватит от него получать эти... дурачок, а? Все ножи от этого лорда собрал. Так, отлично, он открылся. И тут мы заканчиваем с ним полностью. Отлично. Я думал, я не закончу с ним полностью, но я полностью с ним закончил, ребята, и он валяется. Ой, как это было жестко, лорд Винсент. Ой, как это было жестко. Слушай, ну он почти меня слил. Достаточно сложно, кстати, я тебе скажу, сражаться с Сяньзыгунь. Посол отсюда нафиг, братишка. Так, скауты, Гизмо. Вот сейчас сестрица и братишка Уайсфальд. Вот они очень тоже жесткие ребята. Я помню, что у них хороший урон, а еще лучший урон у Грифона. Он там вообще на всю шкалу ХП сносит, короче. Так, ну поехали. Ой, так вот сразу, да? То есть вот так вот сразу безразборно меня гасят. Молодец. Держи. Молодец, держи на сухой конец. А может на мокрый, я не знаю, как бы тут все. Так, окей. Хорош. И поехали. Ну вот так и знал, что это будет. Вот так и знал, что он будет меня сейчас перекидывать, вот эти свои штучки гейские. А нет, не все. Не ничего подобного, Гизмо. Сегодня я тебя выигрываю. Блин, Сяньзыгунь в этой игре просто имба. Что у Варени, у Хонгчжу, она очень крутая. Что здесь? Просто имба. Ты знаешь, хочется получить уникальный Сяньзыгунь, потому что такие в игре существуют. Было с ними событие. Хочется их получить однажды в своей жизни, но пока что, кстати, это невозможно. Ну, так же, как и уникальный ниндзя, то было бы неплохо получить. Ух, нифига, я думал, ты это... заденет тебя шквал. Жалко, что шквал ее не задел. Кстати, когда я по ней бью, в меня часть урона возвращается обратно. Я вот думаю, сразиться с Грифоном так или с Ниндзято, с этим лисы. Вот я вот сейчас не знаю немножко. У меня, знаете, раздумья. Я в процессе раздумий. Можно как бы сразиться в этом стиле? Попробовать с Грифоном. Но что-то Ниндзято тоже как бы, мне кажется, неплохо было бы. Так, что ты там делаешь? Ой, сама... В этой...
Вы это видели просто, как будто в машину села такая, хоп, на сиденье, видели? На водительское, блядь. Вот это я понимаю, за рулем как будто побыла только что. Ваш чемпион просто посадил тебя на сиденье только что, господи, капец. Грета, Грета, что ты исполняешь? Ладно, идем, Сяньзыгунь. Это было просто красиво, ребят. Это просто было красиво. Мы только что Гретусами насадили на сиденье автомобиля. Она как на стул села на землю только что. Я такого еще, конечно, не видел. Итак, Великий Грифон. Сейчас ему сразу сбиваем охуен вот этот, который он зажег. Вот, вот эту вот штучку. А ты не сильно, братишка? Ты не сильно зажег-то? Кто ты? Конечно, я не один из вас. Я вообще вас не знал. Пока скаут меня с вами не познакомил. Так, лови. Ага, хер тебе. У него очень жестко урон наносят пилумы, поэтому я буду аккуратно с этим человеком драться. Или нелюдям, как там правильнее. С таким уроном обычно только нелюди бывают. Так, пилум пошел, я сразу понял. Подходи ко мне. Мы с тобой будем крайне аккуратны. Один его замах мечом, и все, и тебя нет. Тут надо очень аккуратно сражаться. Избивать почаще эту херню. Так, окей. Я думал, сейчас пилум забросит, но нет. Вот блок это плохо. Ох, тихо, только не мечом, только не мечом. Отходи от него. Ай-яй-яй, урон, больно. Тихо, тихо, тихо. Вот сейчас. Нормас, хорош, прям на вертуха не снес. Вот это нормально было. Все-таки мечом я пропустил. Мечом пропустил, урон был хороший. Даже больно было немного. Ну как немного, нормально так. Немножко поджался хвост, даже я тебе скажу. А, понятно, месть. Да, блюдо подающееся холодным. Все правильно. Лови. День охуенных историй у нас сегодня, ребят, с вами. Так, окей. Так, слушай, ну неплохо пока. Эх, не зажегся. Эх, не зажегся, зажегся сейчас. Так, надо сбивать ему. Хорош. Эх, и поехали. Отлично, открылся. Так, и успеваем? Ну, нет, ладно. Так, давай. Хорош, прям в тайминг, отлично. Так. Да ладно тебе, смотри. Офигеть. Слушай, ногами вообще не дает, не позволяет. Успел, он пилум взял. Офигеть. Вы видели, он ногу только что поднял. Сяньзыгунь под ногой проехал. Первый удар, прикиньте. От первого удара он увернулся, просто подняв ногу, когда пилум кидал. Отмотайте, посмотрите, вы охереете. Он увернулся от Сяньзыгунь, от нижней атаки. Охуеть. Вот это Грифон, вот это... Вот она сила Легиона, ребята. Вот это сила Лиджина, я считаю. Так, окей. Так, окей, хорошо. Офигеть, увернулся, подняв ногу. Нормас. Просто Сяньзыгунь только что вообще ни во что не поставил. Жестко, жестко себя ведет, чувак. Грифон этот. Жесткий чел. Вообще по-мохнатому сражается. Так, окей, отлично. Давай попробуем его вертуханом. Ой, зажегся так как-то не вовремя. А я вертуханом. А вот и все, товарищи. А вот и все, сбиваем, сбиваем. Сбиваем только так. Оу, хорош. Просто всандалил. Вот это урон, я понимаю. Ну, тут я открылся и прямо на неязвимость наебился, как говорится. Все правильно. Неудержимость это да, это жестко. Вот тебе и фул урон, он в меня прошел. Так, окей. Да, успокойся ты. Так, лови. Как же ты жестко жаришь, конечно, когда ты... Успокойся, нифига, ты слышишь? Эй, почему он не перебросил его? Я к нему подошел, только что он его не перекинул даже. Ты что, дурак? Так не делай. Так. Хорош. Блин, ну в конце, я почти сделал 3-0, я, короче, немножко там засыпался на одном моменте. Отлично. Так, как раз сбил ему пилом вместе с этой темой, хорош. Блин, немножко не повезло, он мне там с непрерывностью всадил, я так 3-0 хотел на Сяньзыгунь.
Ну, я буду считать, что это почти 3-0, если не учитывать мелкую ошибку, которая получилась. В принципе, мы это реализовали. И мы это реализовываем полностью, ребята, отлично. 3-1 получился, ну давайте честно, да, 3-1. Он мне в углу нормально вшатал, причем нормально я открыт был к его мячу. И поэтому, собственно, вот такие вот моменты и случаются вообще в жизни. Друзья, за просмотр рекламы дают трофейные монеты, поэтому, ну, они нужны для покупки билетов на престиж и все эти дела. Вот тут подкаты скаута к королеве Иоланде, он прям клеит ее, он прям говорит: «Иоланда, вы настолько хороши». Такие вот моменты. Мы прошли с вами высшее общество, друзья, надеюсь, вам понравился видос. Поддержите, пожалуйста, лайком. И тут у нас, конечно, мы можем тратить жетоны, но мне 20 не хватает, чтобы экипировку там подкупить. Вот, ну, не знаю, смогу ли я дойти, не смогу, как-то все равно. Главное, что я вам сделал серию, это было круто, я надеюсь. Поставьте, пожалуйста, лайк, оставьте коммент, подписывайтесь на телеграм-канал, там иногда всякие новости вылетают, всякие моменты, всякие опросы, всякое, короче, всячина бывает. Ссылка в описании. Всем спасибо, пока.